Доброе утро, мои дорогие. Ой, как шел вчера снег, так и идет. А я, мои зайки, начался Новый год, и я маленько заболела. Ну, как заболела? Заразилась. От Кости, от Саши. Сначала у Кости стало болеть горло, потом у Саши. Теперь у меня. Вчера приехали домой. Я стала раздеваться, и прям что-то мне как-то холодно стало. Я быстрее кофту одела. А потом потекли сопли. Уж извините за такие подробности. Заболела голова. Все это вечером. А утром сегодня встало горло. Ну, что поделаешь-то. Вот он и начался. С Новым годом, с новым счастьем. Ну, может, обойдется. Костя, говорю, нужны горчишники. Пока так, по-легкому. Хорошо, тихо. Я вот говорю, я тут уже 10 дней. Один раз был ветер. Все, стоит. Тут в основном в феврале ветра, в марте. А так вот такое пасмурно сегодня как. Ну, у нас что новенького? Да ничего. Как у всех, вот эти праздничные дни. Такие ленивые. Спят до обеда. Вот. Время 12 час, Костя только встал. Посмотрел видео новогоднее, решил, что нужно опять заниматься. Что живот, что форму потерял. Ну, он не совсем, конечно, форму потерял. Это ему кажется так. Я считаю, что для 42 лет он нормально еще выглядит. Ну, конечно, надо заниматься. Что делать? Он ходил раньше, а сейчас вот какое-то время с окончанием стройки. Ну, если ему в голову попало, значит, будет заниматься, найдет время для этого. Благоусловие для этого есть. Ну что, пойду я. Делами заниматься. Вот видите, какая красота неземная. И тут, и тут, и еще. И горло теперь. Да. А, что хотела сказать? Уже забыла, пока дошла. Я читаю комментарии. Ответить не могу почему-то. Иногда раз, и могу хотя бы сердечки вот эти вот поставить. А то вообще просто, я не знаю, что это такое. Вот. Но я читаю. И написала мне девушка одна, что в шоке от моей стрижки. Ну, что я могу сказать? Ну, это ваша проблема. Я не в шоке. Мои близкие никто не в шоке. И не такое видели. А с такой стрижкой я ходила еще 9 лет назад. Когда мы в Болгарии проживали все лето. Не один год. И там тогда уже ходили женщины. И возрастные, и молодые вот с такими стрижками-то.
Поэтому для меня, мои дорогие, это не новость абсолютно, не что-то новое. Вот захотелось мне попробовать отрастить волосы вот наверху, да и все. Мало того, лет, наверное, 8-7 назад я очень хотела сделать себе стрижку, как у Наргиз. Может, помните, у нее была вообще бритая голова и длинные волосы, просто кружочек маленький на голове и татуировка. Вот я очень хотела, отговорили мои меня. Но я очень жалею, что я послушалась. Прям вот жалею. Потому что это мое. Вот, поэтому, ну, что я могу сделать? Если у вас комплексы, а это комплексы по восприятию, вот, не то, что вы себе сделаете такую стрижку, вы даже вот не можете на другом человеке это принять. Ну, ваши комплексы – это ваши проблемы. И я нисколько не обижаюсь. Не... Я же понимаю, что люди все разные. И когда вот шею сворачивают, например, вот мы были вчера. Ну, что ж, ну... Кто-то такой, кто-то такой. Я вот, в общем-то, в людях почти все принимаю. Я не принимаю вот этого злого такого хамства. Когда человек же анонимный в интернете может написать все, что угодно. Вот этого я не принимаю. А так я понимаю, что люди разные. Я понимаю, на что я решаюсь, причем я не решаюсь. Мне просто захотелось, и все. То другой человек на такое никогда не решится. Мало того, он не решится, он этого не принимает. Ну, мы живем в 21 веке, мои дорогие. Часто пишут про татуировку у меня на руке. Но люди, которые знают историю тут, татуировки, им в голову не придет писать, а люди пишут. Но это у меня не одна татуировка. Поэтому я к этому спокойно отношусь. Возраст. Была бы я помоложе, ох, я бы себе наколола, у меня в голове сидят эти картинки, но, конечно, уже поздновато. А так мне и денег было бы не жалко. Вот. Так что все мы разные. И ничего с этим не поделаешь, с этим надо смириться. Но опять же, ну, ходила бы я с обычной бабушкиной стрижкой. Ну и что, мне неинтересно. Я люблю женщин смелых в этом отношении. Но у меня подружки тоже такие несмелые. Но что? Ну, вот так вот. Татьяна у меня, да, которая там под Кинешмой живет, она никогда не сделает короткую стрижку. Ну, вот человек такой, ну что? Пусть ходит, как ей нравится. И я так ко всем отношусь. Но очень люблю, когда где-нибудь увижу какую-нибудь стрижку интересную. Ну, это в основном, конечно, у молодежи. В Европе-то более смелые люди в этом отношении. Вон Риночка, подруга моя из Финляндии, у нее сколько татуировок. Ух! Ой! Я прям немножко завидую. Хотя человек я независтливый.
Ну, вот этому немножко завидую. Когда мы были молодые, это у нас все было по-другому. Отношение было совсем другое. Оно и до сих пор-то. А уж раньше чего и говорить. Если до сих пор пишут, бабка в тюрьме сидела. Не сидела. И эту татуировку на руке я сделала 4 года назад. Это я вот говорю тем, кто не знает. Дочка у меня лежала, уже было все плохо. И она мне вдруг говорит, мам, давай сделаем татуировки одинаковые. Я ее сразу спросила, где? Она говорит, ну вот на руке хотя бы. Я говорю, давай. А что я должна была сказать? Ты умрешь, а я останусь с этой татуировкой? И мы сделали одинаковые. А через 3,5 месяца она умерла. Я вот до сих пор ломаю голову. Думаю, вот зачем она это сделала? Чтобы я ее не забыла. Я и так не забуду. Но вот татуировка у меня осталась. Так что вот так вот. Вот так вот, мои дорогие. Ладно, в общем, короче говоря, я просто вот хотела сказать вам, вот сказала. А, и да, еще. А вот заблокировать я могу. Ответить не могу, а заблокировать могу. Поэтому вы уж простите, но таких я блокирую. Думайте, о чем пишете. Вы же люди, в конце концов. Пока ходила на улицу, Сашка убежал на второй этаж. Смотрит запрещенку там. Родители ругаются. Вот это строение, конечно. Вот. Пошла наверх по лестнице. Думаю, сейчас сниму, чем он там занимается. А там же музыка играет. А я ее, знаете, вот как-то, ну, не воспринимаю. А потом выложу, и мне прилетает за авторские права гномики наши. Вот так вот. Жалобы на меня поступают из-за этой музыки. Он смотрит какой-то мультик. Вот такую вафельницу вчера купили. Сегодня пойдут на день рождения. Женщина сама сказала, я не знаю, к кому они пойдут. Вот, сама сказала. Они ее уговорили. Говорит, ну что мы тебе купим, что тебе не надо? Скажи, что тебе нужно. Она сказала, что любит венские вафли. Что ей нужна вафельница. Ну, я считаю, замечательно. Таня говорит, ну, нет того сюрприза, нет. Ну, да. Ну, конечно, нет сюрприза. А лучше, когда такой сюрприз, как подруга моя Таня говорит, а потом пинаешь по квартире. Ну, правда ведь. Зато человек получит то, чего он хотел. Ну, конечно, двоякое, наверное, отношение к такому делу, но так, мои ушли. Костя с Таней гулять. Правильно. Сидели. Сидели мы, праздники лежали. Пошли пройтись. Вон луна какая. Выросла. Буквально за сколько? За 2 дня, за 3. Наша сказка заполярная. 7 градусов всего. Он там что-то расцветает. А, нет, уже темнеет. Время-то уже 3 часа дня, уже темнеет. Пока я там видео монтировала,
выкладывала, и все уже темнеет. Вот сегодня у меня получилось хоть сердечки вот прочитать и сердечки поставить. Так что, девчонки, я читаю ваши комментарии. Спасибо вам огромное. Комментариев сейчас немного пишут. Ну, собственно, монетизации у нас нет сейчас. Вот. Девочки, которые прям со мной вот напрямую общаются, они мне пишут в WhatsApp, в Viber. Тоже не сразу отвечаю, потому что, ну, сами понимаете, закружили. Да вообще у меня такая жизнь. Я или что-то делаю руками, или нужно видео монтировать, выкладывать на 3 канала. На это время много надо. Вот. Либо вот семья. Ну, тут, знаете, вот мне, например, 24 часов в сутках не хватает. А сейчас еще немножко приболела. Да? Я думаю, что мы справимся с этим делом. Вот они поедут сегодня на день рождения. Я им сказала, чтобы купили мне горчишники. Я их в носки положу и буду в них ходить. И все пройдет. Я надеюсь. Вот так вот. У меня какое-то видео сегодня. Я выйду с вами поговорю. Выйду поговорю. Вот, кстати, сейчас после этого я выложу. Вчера не вошло видео. Мы вчера, конечно, нагулялись. Может быть, еще и горло-то поэтому заболело. Да так я не замерзла, ничего. Не промокла, не замерзла. Но гуляли вчера много. Самое главное для Саши удовольствие просто. Так что посмотрите, какая горка у нас ледяная, да с подсветкой. Ярмарка. Народ гулял вчера, прям приличные, трезвые люди. Вот ни одного пьяного не видели. Ну, те, кто... Они, наверное, по домам сидят. В общем, приличные и родители, и бабушки, и дедушки. Все хорошо, спокойно. Посмотрите. Народ сколько? Он что утворяет? Снежочек такой идет. Тут ярмарка. Все равно симпатично. Такие кружочки. Керамика, шарики расписанные. Мазолиниевого меха Олежки. Thank you.
Что-то я с этим телефоном, он у меня сам включается, сам выключается. Ну, это Йорш Мойва Форель. Вот что. Зубатка лосось, клыкач, скумбрия, палтус, сик. Кракетовая. Дом хлеба. Там оленина. Чипсы из оленины. Колбаски. Так, кофе. Тут опять. Серьги, ягодки, грибочки подарить. Кстати, брошка-то у меня же из морожки, ну, вот такая, лежит. Я же ее хотела разыграть и забыла. Напомните мне, мои хорошие, вернусь, когда разыграть. Потому что я-то брошки не ношу. Костя пошел в другой магазин, в вафельницу. Там была без коробки, а им подарить надо. Ну как, вафля? Пойдем там. Норвежские вафли. Пряники какие-то. Камбус. Музыка опять. Ой, смотрите, какая горка ледяная. Ее делали там на пяти углах, а теперь вот тут вот сделали с подсветочкой красивая. Настоящая горка ледяная. С рисунком. Красота. Тут тоже елка. Так, только тут Ксюша из смешариков. Где он теперь? Вон они там, герои из смешариков. Там фонтан. Видите,
светящийся. Так, надо им, наверное, звонить. Ну, сейчас я пройдусь. Да я перчатки не взяла. А на улице хоть и не холодно, но не май месяц. Стрельба, но не видно где. Так, меня уже ищут. Как красиво. Летом фонтан, зимой тоже, только такой. Подожди, папа. Много парков, много красоты. Чего и говорить-то, стараются. Снег прям расходится. Так. Слева. Должны быть тут. Я ходила, Танину куртку смотрела. А вон он, отец. Таня пошла за кофе. А там горка ледяная, светящаяся. В конце ярмарки. И интересные светящиеся какие-то качели. Такие прям. А Сашка не захотел туда идти. Переманила я их на эту горку, на ледяную. Какой олень. Из веточек. Так. Что тут? Прессованные колбаски, сервелат, колбаса. Котлеты. Без очков-то не вижу, ни шиша. Теперь он, конечно, не хочет уходить с этой горки. Это же дело такое. Так. Суджук 300. Цены, конечно. Ну, это оленина. Вырезка. Вырезка. Окорок. Так. Саня. Я его только по желтой куртке вижу. Очередь. Так, ну что, будем ждать? Да, наверное, с той стороны лучше снимать. Там никого нет. Так. Не докатилась. На попе сползает. Легкая, наверное. На ледянках-то да. На ледянках-то они летят. О, как ты! И без ледянки! Саш! Ну все, мы встряли. Сашка катается. А я с вами, рыбки мои, пока прощаюсь. До завтра. Завтра мы идем на стендап. В Кружку. Это такая сеть ресторанов в Мурманске. Вот. То есть там будет стол. Все как положено. И выступление. Вот, Сашу оставим с Гришей. Ну, Гриша с ним остается. Я-то не часто приезжаю. Да и Сашка уже, собственно говоря, большой парень. 5 лет будет скоро, меньше месяца осталось. Вот. Так что давайте, мои дорогие, берегите себя. Всем людям мирного неба. Никто, понятно, этого не хочет, то, что происходит. Ну, не от нас зависит, к сожалению.
Здоровья всем. Кавказского, знаете, такого прям, эх, или сибирского. Пусть все у вас будет хорошо. Пусть все беды обходят вас за несколько километров. Будьте здоровы, мои хорошие. И спасибо всем, кто смотрит, кто пишет комментарии. Вообще, спасибо вам, что вы у меня есть. Ну, что бы я без вас делала? Давайте, мои золотые, пока-пока.